Это будет круговой букет, круглый, классический, можно сказать, будет яркий. Использована гербера, цветы хамелацио. Если его растереть, будет очень такой ощутимый запах кипариса. Действительно так. И напоминает сразу Крым и море. Это действительно так. Хотите, разотру, вы понюхаете? Я растираю веточку. В общем, все на работу, побывал в Крыму. Букет собирается по спирали, это спиральная техника букета будет. И перемешается все эвкалиптом и хамелацио. Основной цветок у нас идет гербера, она наиболее яркая. Роза уже идет как дополнение. Эвкалипт, кстати, тоже настоящий, он пахнет. Какой самый большой букет вы делали? 100 с копейками роз. Достану пачку роз, вы почувствуете одно. Одна пачка – это 25 штук. То есть я одновременно в одной руке держу порядка 4-5 пачек роз. Я качок. Флористы все сильные и выносливые. Вообще с нами очень опасно спорить. Пару букетов собрал, битуху накачал. Сначала эти цветы выбирают, оговаривают цвет, фон, фактуру, центровой цветок, то, что будет его дополнять, то, что будет его оттенять. Потом цветы зачищаются, потому что чем меньше зелени, тем меньше листочков остается на стеблях, тем лучше будет стоять букет. Потому что все, что потом контактирует с водой, имеет свойство загниваться. Когда букет уже собран у нас он по спирали, да, мы его равняем. Все будет одной длины. И перевязываем. И упаковываем. Сейчас я все выкройки сделаю. Букеты мы, кстати, собираем на зеркало. Все, готов.